Брас, баттерфляй, вольный стиль, плавание на спине. Дистанция от 50 до 400 метров. Каждый спортсмен имеет право стартовать в неограниченном количестве видов программ. Возраст пловцов тоже не ограничен. На старт выходят как подростки, так и спортсмены старше 50. Чемпионат Сибири по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проводят в Бийске уже второй год. И это не случайно. Для турнира такого уровня в городе есть все условия. Ну, откровенно говоря, самая главная проблема всегда при проведении соревнований – это спортсооружение. Где провести? Вот, где без ограничений, чтобы была вода в день приезда, да? В день соревнований спокойно можно было размяться без всяких ограничений. Бийск предоставляет эту возможность, спорткомплекс «Заряд». Поэтому мы с удовольствием здесь принимаем участие. Тренерский штаб сборной, куда я вхожу, всегда рад организовывать в вашем городе соревнования. Еще одна причина, по которой Бийск уже второй год выбирает площадкой для водных состязаний регионального статуса – спортсмены, чьи имена известны далеко за пределами города. Бийчане всегда в числе первых на российских соревнованиях и международной арене. Роман Жданов, Алексей Ганюк, Егор Ефросинин. Не так давно команда бийских пловцов вернулась с этапа Кубка мира в австралийском Мельбурне и успешно выдержала прохождение спортивной квалификации. Впереди чемпионат России, Европы и Паралимпийские игры в Париже. Но именно городские старты стали путевкой в будущее. Второй раз мы проводим эти соревнования, и для нас это тоже имеет значение, потому что достаточно долго мы к этому шли, постоянно, то есть просили провести какие-то соревнования у нас в городе, потому что бассейн оборудован для этого очень хорошо. И в этом году уже даже вот так невооруженным взглядом видно, что участников больше, уже и организация намного более, то есть на высоком уровне. Мы учли ошибки предыдущих стартов, и ну, я рассчитываю, что в следующем году будет еще больше участников. Уже в первый день соревнований на большой воде разворачивается настоящая борьба. Каждая доля секунды решающая. И на вес золота. А за техникой и скоростью, как всегда, на суше следят судьи. Конкуренция серьезная. Порядка 80 участников из 7 регионов округа. Вода для них – площадка, где можно заявить о себе и продемонстрировать максимум своих возможностей. Довольна и удивлена, потому что я первая, я думала, я вторая, но я не видела эту девочку. Чемпионат округа – главный старт сезона. Два дня состязания определят лучших пловцов Сибири. А дальше – высокие старты. Чемпионат России. Кристина Чернова, Андрей Сигаев. День с толком.